Зарубежные университеты предлагают свои образовательные программы не только россиянам, но и студентам из других стран. Как, впрочем, российские университеты с удовольствием принимают на обучение иностранцев. По состоянию на 2022 год в российских университетах обучалось более 350 граждан из других государств. И это не только студенты из стран бывшего СССР. В Россию приезжают учиться из Китая, Индии, стран Африки, из других регионов. Сейчас, по данным Миноборнауки, 7,6% от общего числа всех студентов в наших вузах составляют иностранные студенты. Такая студенческая мобильность характерна для всех стран. Зачем это вузам? Первая причина, как мне кажется, заключается в том, что образовательный рынок – это тоже рынок, и университеты хотят зарабатывать на своих услугах. Больше денег в бюджете вуза, больше возможностей для инвестиций в инфраструктуру и исследовательскую научную работу. Вторая причина заключается в глобальном характере современного образования. Иностранцы-студенты и иностранцы-преподаватели разнообразят не только культурную, но и интеллектуальную жизнь любого университета. Взаимообмен культурами и идеями делает научную и обычную жизнь интереснее и богаче. В зарубежных вузах есть негласный стандарт, что минимум 10% от состава студентов должны быть сейчас иностранцами. Но в реальности ведущие вузы мира принимают значительно больше зарубежных абитуриентов. Например, по данным на 2023 год, из 40 тысяч студентов и аспирантов МГУ почти 11 тысяч были иностранцами. В Гарварде половина студентов иностранцы, а в Кембриджском университете их 34%. Следующий вопрос. Почему многие родители решают отправить своих детей для получения высшего образования за границу? В этом вопросе у каждого своя мотивация. Нам кажется, что главный и самый благородный мотив – это дать своему ребенку возможность не просто получить современные знания, но и возможность увидеть и узнать наш огромный и разнообразный мир, который в качестве туриста и не увидишь, и не узнаешь. Безусловно, в России есть множество отличных вузов, есть множество научных школ, но помимо самой учебы есть и другие цели – расширить кругозор, сменить круг общения, выучить в совершенстве иностранный язык, попробовать карьеру за рубежом. Причин всегда больше, чем одна. В каком возрасте лучше отправлять ребенка на учебу за границу? Однозначного ответа на этот вопрос нет. У всех своя мотивация. Каждый родитель решает его, исходя из интересов своего ребенка и своей семьи. Нам кажется, что возраст примерно с 12 лет оптимальный, чтобы начать ребенку самостоятельно выезжать на образовательные программы. Материнская юбка, скажем так, уже не так важна. Ребенок становится более самостоятельным, и ему нужно дать возможность эту самостоятельность проявлять. Первую поездку лучше осуществить в составе организованной группы, когда детей сопровождает опытный педагог, а последующие поездки на языковые курсы можно делать уже индивидуально, без руководителя группы. Вопрос возраста – это вопрос скорее психологии. Готов ли ребенок к самостоятельности? Готовы ли родители начать готовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни? Каждая семья решает его по-своему. На личном опыте можно с уверенностью сказать, что даже после коротких языковых поездок ребенок однозначно получает не только отличные знания английского, но и внутреннюю мотивацию к дальнейшей учебе. Ребенок сам, а не из родительских нотаций, понимает, зачем нужно учиться. А такая внутренняя мотивация – главная для успешной дальнейшей учебы. Нужно ли родителям как-то специально готовить ребенка к обучению в зарубежном вузе? Мы не психологи и не профориентаторы, хотя специфика нашей работы заставляет специалистов Students International быть немного и тем, и другим. Мы – образовательное агентство. Наша задача – подобрать оптимальный вариант обучения, программу, страну, вуз, гарантировать студенту зачисление и помочь с получением визы. Но к нам, конечно же, обращаются и с этим вопросом. В таком случае мы советуем исходить из интересов самого ребенка. Что он любит? Какие предметы ему интересны? Поговорите с ним о его будущем. Кем он себя видит через 5 лет, а через 10? Если ваши взгляды на будущее диаметрально противоположны, то постарайтесь найти компромисс. Одно можно сказать точно. Все случаи, когда родители, скажем, в кавычках, ломали через колено своих детей, заставляя их учиться там и тому, чего они не хотели, ни к чему хорошему не приводили. Это не значит, что нужно идти на поводу у детских капризов. Это лишь значит, что нужно общаться и находить компромисс. Для начала, если такая возможность есть, отправляйте ребенка на языковые курсы во время летних каникул. Одно лето в одну страну, в другое лето в другую, совсем на первую не похожую. Пусть ребенок увидит мир в его многообразии и познакомится с разными странами. Реальная Англия, например, многих разочаровала, когда они провели в ней не пару дней в качестве туристов, а 3 недели в качестве студентов. А кого-то, напротив, такая поездка лишь укрепила в желании учиться именно в этой стране. Нужен личный опыт и личные эмоции, чтобы сделать осознанный, оптимальный для себя выбор.
Ну а если нет такой возможности или время для ознакомительных поездок упущено, то остается довериться своей интуиции и опыту профессионалов. И в данном случае я имею в виду нашу компанию. Students International с 1992 года отправляет студентов учиться за рубеж. Мы работаем на этом рынке образовательных услуг более 30 лет. Уже второе поколение студентов учатся за границей с нашей помощью. Мы помогли тысячам студентов. Поможем и вам.